Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель», у студії Маргарита Шубукова. Добрий день. Згодно з оперативною інформацією обласного комітету по сільськогосподарці і харчуванні, ранні зернєві культури у регіоні посіяні на 40% відведених площів. Це маль на треть менше, чим було на гэты час летась. Разом з тим, у сільгаспрадприємствах відзначають, що сёлета для сяўбы більш сприяльні кліматичні умови. У приватності, гэта тычыцца наявності вільгаці у глебе. Олег Сенцюров виїхав на палетки Буда-Кашалёўскага района. Посевной техники на мехдворах сегодня уже нема. Практично все необходимые ремонтные работы завершили еще зимой. Причем рыхтовали все. И старые тракторы, вырубленные еще в 90-х годах минулого стагодия, и новые, энергонасыщенные. Старая техника на палетки не выходит, и она занятая на другостных, а ли так само необходимых работах. У КСУП губичи кажут, что под час подрыхтовки до посевной лечили литерально кожный рубель, а тому значную участку запланованного выконали самостойно, тем больше, что тут мощная инженерная служба и профессийные механизаторы. Специализированы на сегодняшний день очень долго и очень дорого. Ну, мы ремонтируем сами все, большинство ремонтируем сами. Ну, кроме, конечно, там шлифовки коленвалов, это, ну, безусловно, надо уже возить на спецпредприятия ремонтные. А остальное, что касаемо там двигателей, переборки, переборки коробок, замены сцепления, все делаем своими силами и в своих условиях. Згодно с оперативной информацией об сельхозхаршу, лидеры на себе ранних яровых зерневых господарки Светлогорского района, больше 120% до плану, а маль по 60% у Калинковском и Гомельском районе. На Буда-Кашалёўшчыне покуль каля 40. Калі летась сеялі па сутнасці ў сухую глебу, то сёлета вільгаці сокі, што на некаторыя палеткі пасяўныя агрэгаты выводзяць яшчэ рана. Правда, тут неабходна быць вельмі уважлівымі і пастаянна маніторыць сітуацыю. Влагі на сённяшні дзень яшчэ очень дастатачна, і самыя аптымальныя срокі, когда надо срочна сеяць, чтобы успелі, будем говорить, зерновыя захватіць эту весеннюю влагу. А потом уже дальше будет видно, если корневая система укрепится за счет влаги теперешней и за счет удобрений, то туда попозже, но если дожди даже не будут проходить, то и влаги достаточно по наших вот тут вот почвах, для того, чтобы растения развивались нормально. У филиале Морозовича Агро, акционерного товариства Гомельский химзавод, сяўбу ранних яровых зерневых плануют завершить до 10 красавіка. Тем больше, что все техничные магчимости для этого есть. С допомогой головного предприятия сёлета тут набыли сучасный комбинованный посевный агрегат. Хоть якосно посеять, кажут, еще не самое головное. От посева и от обработки не все зависит. Конечно, если не посеешь, то нечего и ждать урожая. Но после посева надо все и химзащиту сделать, и болезни отработать, и подкормку сделать, и удобрения внести. Короче, комплекс мероприятий, чтобы получить урожай. До речи, наявность сучасной специализованной техники дозволяет уже зараз начать опрацовку озимых. Те же тракторы, которые выкрасовывались ранее на увельготненной глебе, просто пошкодили посевы. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Буда-Кашалёвский район. Да інших тем. У Мазырском районе мопед трапил под грузовик. Двойное сутыкнение привело до гибели двух человек. На аутодорозе Калинковича-Мазыр 21-годовый водитель мопеда при спробе опередить справа масс с причепом сбил пешехода. Машина шел по краю проездной шастки. После сутыкнения водитель мопеда не справился с кированием и урезался у грузовик. У вынику водитель мопеда и его 16-годовый пассажир загинули на месте здарения. 32-годовый пешеход шпитализованы. До речи, по информации МУ, мопед не был зарегистрован, а у его водителя не было правоу. Сегодня в Гомеле отбылась международная конференция, на которой обмерковывались наиболее актуальные пытания и проблемы у лечения сердечно-сосудистых захворований. Удел у ее приняли специалисты кардиологии и терапии из Гомельщины, региона Беларуси и Украины. Конференция ладилась в Гомельском областном клиничном шпитале инвалидов Отечественной войны. По час яе были разлежены не только сучасные способы лечения шматликих кардиологичных, але и розных подорожных захворований. До прикладу, ишемичная хвороба сердца сполучается с хроничной патологией нырок. Сегодня в медицинской практике подобные выпадки сустракаются у все шастей. Махшимости, створенные для лечения пациента у Беларуси, сегодня отповедают сучасным сусветным стандартам. Сегодня, если говорить об оказании помощи, допустим, пациентам с острым коронарным синдромом, у нас идет развитие, становление службы, которая строится не только там на городе Минске, да, или на областных центрах. Сегодня уже все областные центры и даже пошло использование оборудования в районных центрах. Создаются межрайонные центры по оказанию помощи таким пациентам. Основная проблема у нас – это сердечно-сосудистые заболевания. В первую очередь это профилактика.
она у нас очень сильно страдает. Это и в России, и в Беларуси, и в Украине. Наши пациенты не очень сильно обращают внимание на свое состояние здоровья. А когда уже станет плохо, тогда уже требуется высококвалифицированная помощь. Працягваем выпуск. Ці існуе ў Гомелі чайная культура, якую колькасць гатункаў могуць прапанаваць жыхарам горада спецыялізаваныя крамы і як выбраць чай у звычайным супермаркеце. Пра гэта не толькі пойдзе размова ў студыі праграмы «Добры вечар, Гомель». У яе завершэнні гледачоў чакае майстар-клас ад сапраўдных знаўцаў чайнай цырымоніі. Таксама вы даведаецеся, у чым асаблівасці работ гомельскага майстра-рамесніка Юліі Цалковай і якое месца ў яе калекцыі займаюць шаманы і аленяводы. Глядзіце праграму «Добры вечар, Гомель» сёння ў 19:30 на тэлеканале «Беларусь-4». Прымерыць на сябе вобраз любімага персанажа, акунуцца ў свет японскіх мультфільмаў змаглі больш за 300 аматараў касплею з розных куткоў Беларусі, Расіі і Украіны. У Гомелі адбыўся фестываль усходняй азіяцкай культуры «Free Time Fest». Аб самых яркіх вобразах раскажа Кацярына Сапельнікава. Касплей – костюміраваная гульня, якая ўзнікла ў Японію асяроддзі фанатаў анімы і мангі. Па сутнасці, гэта перапрананне ў касцюму вядомых персанажаў і выраб такіх касцюмаў. Як правіла, сваімі рукамі. Галоўная умова – вобраз трэба прэзентаваць, ужыцца ў яго і на некалькі гадзін забыць уласнае, як кажуць касплееры, мёрзкое імя. На працягу 8 гадзін у Гомелі персанажы мультфільмаў, серыялаў і відэагульняў дэманстравалі свае касцюмы ў фарматах дэфіле, сцэнак, танцаў і караоке. З тысячы заявак, пададзеных на фестываль, только 350 персонажей прошли на сцену. А я в восторге. По-моему, полностью передал вот мой образ вот этой сумасшедшей эксцентричной женщины. Гэта амаль 30-ты вобраз Кіці. Костюм жрыцы яна рыхтавала самастойна, спецыяльна для фестывалю. Дарэчы, такія незвычайныя вобразы папулярныя таксама на фотосесіях і модных паказах. Доктор Манхэттен из телесериала, точнее, это фильм пока, телесериал будет сниматься «Хранители». На баночки размешивали с вазелином, очень долго и продолжительно это все носили. Часа почти два. Ну, будем надеяться, за вечер отмоемся. Наколькі ўдзельнікам удалося ўвасобіць вобразы, ацэньвала журы. У выніку ў розных намінацыях былі адзначаны 70 лепшых работ. Кацярына Сапельнікава, Максім Славін, тэлерадыёкампанія «Гомель». І аб спорце. У Гомелі скрыжавалі шаблі і рапіры фехтавальшчыкі з усёй Беларусі. У абласным цэнтры прайшоў адкрыты рэспубліканскі турнір па фехтаванні «Клінкі Палесся 2016». Спаборнічалі спартсмены 2002 года нараджэння і маладзей. У спаборніцтвах шаблістаў гомельскім спартсменам у камандным заліку на вышэйшую прыступку п'едэстала гонару падняцца не ўдалося. Дзяўчаты заваявалі бронзу, саступіўшы мінчанкам і брэшчанкам. Юнакі сталі другімі, прапусціўшы наперад толькі спартсменаў з Гродна. У рапіры гомельскія юнакі і дзяўчаты сталі трэцімі. У Гомелі фехтаванне развіваюць з 2008 года. Для гэтага віду спорту гэта параўнальна няшмат, а таму сапраўдныя поспехі яшчэ наперадзе. У вас настолько хороший тренерский коллектив здесь работает. Во-первых, молодцы, что проводите детские турниры «Клинки Полесья». Наработано уже много, но, к сожалению, фехтованию нельзя быстро научиться. Это лет 5 надо повкалывать, повозить и вложить немалые деньги, чтобы вырастить хотя бы звездочку. Рада, что идет работа в правильном направлении. Аднак і цяпер гамельчанам ёсць чым пахваліцца. Нядаўна сёстры Ганна і Яна Андрэенка, а таксама Дыяна Захарова вярнуліся з чэмпіянату Еўропы сярод кадэтаў, дзе ў складзе зборнай краіны занялі 7-е месца. Гэтае выступленне без перабольшвання можна назваць паспяховым. На сённяшнім этапе, учитывая нашы рэаліі, да, вполне успешна выступаюць нашы ребята. Не толькі на ўровні республіканскім, но і на міжнародным. Вялікі ўклад у развіццё не толькі гомельскай, але і рэспубліканскай школы фехтавання ўносяць дзіцячыя турніры, якія праводзяцца ў Гомелі. І асабліва такія масавыя спаборніцтвы, як «Клінкі Палесся». Максім Савін, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». Навіны рэгіёна, інфармацыю о праектах тэлерадыёкампаніі «Гомель» вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Маргарыта Шубукова. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.